труппу Красноярского театра юного зрителя набирают новых актеров. На прослушивание приехали артисты со всей Сибири. Некоторые заранее отправляли резюме и видеозаявки. Всего претендентов около полусотни. А вот требований к молодым специалистам всего два. Возраст до 30 лет и высшее профессиональное образование по специальности актер театра и кино. Ребята представили самые разные программы. Исполняли песни, рассказывали монологи, читали стихи и танцевали. Мы пытаемся искать артистов не просто для того, чтобы пополнить труппу, а мы пытаемся найти какие-то недостающие элементы. Может быть, у нас есть какие-то планы, и мы понимаем, что нам конкретно для какой-то роли или для спектакля нужен человек, которого у нас в театре нет. Именно в Красноярском театре юного зрителя здесь есть школьники, студенты, которые настолько неравнодушны к этому ко всему, участвуют в разных обсуждениях, в розыгрыше. Ну, то есть для меня это очень здорово. Мне кажется, попасть к роману Феодоре – это уже рост для артиста. Попасть в театр и быть в пределе, чтобы не сидеть на скамейке запасных постоянно, а чтобы быть востребованным.